навести порядок и очистить родной город от мусора. Власти Алматы решили увеличить число мусорных контейнеров в городе. Ежегодно с улиц Алматы пропадает более 1500 урн. Чаще всего их воруют либо разбивают хулиганы. Новые емкости изготовлены из прочного металла, поэтому, по мнению властей, они будут гораздо прочнее своих предшественников. Новые антивандальные контейнеры устанавливают в наиболее оживленных местах города. Их обязательно будут украшать элементы казахского орнамента. Лучше, когда много урн, а то в некоторых местах проходишь, с ребенком гуляешь, обертку куда-то там из-под мороженого что-то, вот мусор какой-то выбросить, ну просто негде. Я надеюсь, что с новыми урнами должно быть, с скамейками должно быть лучше. Во всяком случае, я надеюсь, что наш город будет культурным, люди перестанут мусорить сами. До конца года в южной столице появится почти 9000 таких мусорно-сборников. На их установку потратят более 860 тысяч долларов.